Разные герои у нас появляются. Очень-очень разные герои на мид заезжают здесь. И вот именно снайпер против Родзора смотрится логичным. Но при всем при этом, я прям явно за OG здесь. Вот именно по своим мыслям, по драфту, да, я здесь за OG. Ну вот, получилось, получилось. Ну, топик драка начинается, нападает на Пьюра. Глимс его обратно. Там приходит Сеп на подсейв. Ну и что, у OG первый килл сейчас смогут сделать или нет? Умирает пока что Ари, но вот забирает Пьюра с... Копье будет, смотри. Копье будет, да. Можно и возьмунчика. Сеп пытается подблочить. Хороший хастом. Он сейчас Себа еще может забрать. Нажимается Лотус. Нет, не забирает. Или забирает? Забирает, да. Знаешь, ты на линии разора. Я вот сейчас... Вот сейчас ошибка. Пошла ошибка, он вышел, но у него... А, еще и стампида, но он умирает. Да, это смерть для Тоби. Хорош, Зем не поленился, перетянулся после баунти и забрал. Здесь тоже нападение, Ари без шансов, также втроем он накрывает. Ускоряется приближение на боте. Стампид. На миду стампит. Понятно, здесь без Зема прикрывают, но тут Глимс, там приходит Виспер. Хорошая, хорошая очень контратака. Браво, OG могли здесь. Готово. Релокейт на топ. Будет драка, наконец-таки, да. Команды пробуждаются, есть врыв. На Пьюр нападает, Пьюр больно. Пьюр, плазма умирает. Пьюр, прекрасный килл есть. Но что будет дальше? Потому что подставляется Безем. Безем больно, Безем живет. Он выживает, убивает даже White Moon, нажимается, у нас иллюзия. А это было с руны, если что, манты пока никакой нету. И минус 2. А что будет дальше? Пытаются Тундра, они злые. Они пытаются как-то ответить, нажимается телепорт. Воруется Глимс, и Безема у нас здесь глимсует. Сбирает еще и Ария. Ну, в итоге даже получается очень неплохой размен. Тут, конечно, уже рисковали. Их трое, они в смоках. Да, звучит как фильм ужасов какой-то. И поймали, поймали, но какой же он быстро, а? Слушай, выходит за хостом, подлетает Виспер туда. Хорошая очень поляна, разлом пошел в другую сторону. Там все подтимады, им-то вообще пофигу на это. Минус 2 будет 100%, но White Moon ушел. Там до него... ничего не достает. Вот тогда понятно. То я думаю, все равно 422, знаешь, вроде бы говорю, про себя думаю, что какой-то слишком быстрый был он для такого мувспида. Знаешь, будто Кото под скрываем под спирит форма минус Ари. Спасибо тебе, Макс. Вот это вот правильно, Макс. Да уж, похоже на реальность. Здесь нападают на герой. Ой, а что? Ладно, бог с ним Сари, но они герокоптера даже забирают. Ничего себе, так там же был целый стрик из 3 киллов. Ты что? Сделали вообще проще бы, да? Сейчас, секундочку, нажимает, стампит у нас, полетели вперед. Залетают парни, Пьюр, бимчик полетел, разлом также. Эклип залетает, тимат нажимает у нас БКБшку, разворачивается, нажимает кулдаун. Выгоняет героев, там БМ прожимается, арена копье, хорошие БКБ все прожимают. И не боятся они, не Эклипс, ничего, потому что они могут драться спокойно с БКБ своими. Забирает, Тоби пинает, да, мало, 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 нужно больше. Но там сильно покраснел у нас Тимада, его увезли на базу. Прыгает Безем, там пошли бай, у нас выкупаются герои команды на Тундру. Умирает Виспер, умирает Безем и... И получилось все в итоге опять плохо, что ли, да ну? Или тиматы ситуацию вырулит сейчас, давай посмотрим. Залетает флайкерном, все в рассыпную, просто от него бегут. Нечего с ним связываться, падает на инкласс, это... Ну, он раньше был другим немножко артефактом. Вот, потом брался... Я уже даже не помню, там Ривер, наверное, также брался, да, скорее всего. Безем у нас пока что красным живет. А БКБшка от Виспера, разлом полетел. White Moon'у больно, Тимант наяривает, наяривает жестко. Минус 3, легко делают OG вообще. Настолько легко, и бегут они сейчас, вот они лагаются, возьми себя в руки. Берет себе вот момчик, но это редко бывает все равно, вообще такого очень бывает уже. Безем больно, Безем умирает. Тот же снайпер физически может такое сделать. Тима, да? БКБ пошел, пошел опять. Лупит. Снюшка, не хватает ему станика, не хватает для силы. Себу не хватает регена и забирает. Мега в КД было, представляешь? Мега была в КД, но он выкупается, он возвращается. Тима даже будет БКБшка сейчас. White Moon'у больно. White Moon в таверну направляется, умирает у нас Пьюр. Здесь красота. А мы же не про бомбу говорили. Здесь врыв.
Нападение нападает на Сиба. БКБшка, Тиманда, бежать, бежать. Разворачивается, арена ставится, копье пошло или не пошло, вот теперь пошло, прекрасно. Нужен БЗМ, БЗМ подходит на Топсона, выкачивается из него жизненные соки. До свидания, Топсон, дальше пошли. Хастомпик от Вайтмуна, Вайтмун разряжается, Виспи прыгает неудачно, копье нажимается, есть Рикинес. Остановили молодых людей, Пьюрмонта, бежать, бежать. Но просто именно команда была не в форме. Удивительно. Залетает Виспи, неудачно, ой, как ему больно. Это было 3... Ари умер. Опять фит пошел от OG, да? Подождите, у Виспера было 3200. Он умер с 2 секунды сейчас. Ну, сам... Кайт смотрится логично, да. Так, здесь врыв. Нападает у нас на Себа. Себ. А, пошел дабл H. Неприятно. Себу там летит разлом. Разлом неплохой получается. Но не сильно болен. Да им хоть... А куда BZM делся? Что они так рассыпаются? Не могу понять этого. От чего такой урон залетает, боже ты мой. И пока что драка складывается не самая такая удачная для команды OG. Да, Пьюр, а пока что выживает. Там Топсон наяривает жестко, очень по Тимада. Тимада, раз, два, щелк, он один. Сеп приходит подхилить его и... Бим. Бим с Ханды разрывают на часть тундры команды OG. Минус Сеп. Тут герои, у которых там по 3, по 4 тысячи хп сыпятся, как будто бы это какой-то саппорт. Здесь серьезно на пуш, и бэкдор, крипы бегут, Тиманда больновато. Выбили из него сатаник, есть телекинез. 2 секунды он кончается, ёк, мукарёк, да глимс, он сейчас умрёт просто. Бесконтактное убийство Тиманда. Это, друзья, это жирокоптер. Вы только гляньте на это. Здесь забирают Виспера, видимо, все, посыпались у нас. Вот после, знаешь, той смерти Безема, и вот сейчас после этой смерти Тимада. Или будет драться, он пытается подраться, бай Тимада. Нападает на Пьюра, помню, да, про наличие Эгис, у него минут 30 еще. И Пьюр прыгает вперед на блинке, Эклипс, но не хватает. Здесь Пьюр немножко переоценил свои возможности. Тимада нажал БКБ, Эклипса не убивает его. Глимс обратно. Тимада после байбека заканчивается. Без МБКБ. Статик. По нему просто стреливает снайпер. Да и луна. Все еще дает хорошо очень урон. GG. Удивительная игра. Удивительно странная игра от OG получилась, да? Так, тройка будет все-таки у нас. Бруда. И Кунка пойдет на этой карте на мид. Ну хорошо, хорошо. Зафиксировали мы это все дело. Липучка косая получается. И в итоге Виспер сейчас может здесь и выжить даже, да? Да, он выживает. А на миду у нас начинает суета. Убивает Найнклас. Ари убивает здесь. А потом убивает Топсона. В итоге 2-2 у нас на этой карте. Тут Липучка суицид. Вайтмун хочет остановить. Да, вот качается вейформ и Виспер. Вот теперь он не уходит никуда. Здесь его не отпускают. Будет... Стягиваются. Опять они, эти суетологи на карте продолжают суету наводить. Полетел сноубол, нажимается хауль. Тоби, там суицид, умирает Тимада, торренты, корабли полетели. Хорош кораблик, больновато, нужно добить, постараться у нас. И Тоби, и БЗМ убивает также, Вайтмун только догорел. Представляешь, БЗМ даже получается убить. Там сбоку ассинейт падает. Сеп и... Когда Топсон убивает Себа, у меня какой-то, знаете, глюк происходит в мозгу, не знаю почему. Нападает на Ари. Ари, адаптив, и Ари умрет здесь. Это же, знаете, я сомневаюсь, что я это произношу, то, что Топсон убивает Себа. Вот. На секунду происходит такой вот у меня глюк в голове. Юр пытается улететь. Улетает. Еще будет чуть-чуть, его бы здесь сейчас прибили. Слушай, а Пьюр, он что, не увидел? Он неужели не увидел их? Он, похоже, их просто не увидел, ты представляешь? Да, он, похоже, их элементарно не видит, это минус своей формы, это значит, что правильно, минус Пьюр будет сейчас. Он там уже и без маны, без всего остального, и по чуть-чуть у нас воду отрезают. Пока тишина, друзья, но и морф, и снайпер все фармят, там и свой форм. Может, на тайминге попробовать поймать идеально, не получилось, но все равно он крепенький. Команда ТП. Команда, а что происходит там? А, они там Виспера убивали. Подожди, он все еще выживает, боже мой. Что, жалею, там все вейформа, подожди. Секунда, еще бы была бы вейформа, он вышел. А команду убивали Виспера здесь. Вещи странные, то, что Саня на антимаге играет. Мы такого
Не делаем минус, но боу, почти сделали они. А подожди, куда он катится? Он сюда покатился, друзья. Да, он же еще и Ари умрет здесь. Ари тоже выманивает, хотя нападает на Вайтмуна сбоку. Вайтмун даже получится убить здесь. Но минус Ари. Тимада ассинейт. Его так прохарасили. Но бить его не будет. А вот Себа хотят. Себа очень хотят бить. И Себ у нас умирает. Минута. Но постепенно, посмотрите, инициатива начинает перехватываться, да, командой Тундра здесь, и больновато очень. Но уже нападает у нас на Тимада, мультишот от Пьюра, да, получает, его оружием убивают, дальше погоня до конца. Вейвформ идеально по таймингам под гаст, и минус есть очередной, 4000. Ну, и начинают они ее... Разгружают, да, это без боя. Хотя, погодите, без боя ли? OG перетягивается, там залетает Сеп, нагло остается здесь. Нападает на Топсон, очень плотный. Он очень плотный, корабль в него залетает. Есть Гриммер, есть Трэншторм, хороший. Топсон все время в торрентах находится, но все равно он все еще выживает, превращается. Теперь у нас тут карточка дает Сноубол. И Топсона столько били, пока его били уже... Вся команда OG рассыпалась. BZM, Адаптив, Глиммер и... Глимс, извините. И BZM у нас здесь падает. Минус 5. Так, ну тп у нас там ломается. Тир 2, Пьюр вылетает отсюда. Выходит Тимада, получает у нас кинетик, статик, и все. Тимада рассыпается моментально. Там просто при герое сыпется команда OG. А Виспер бежит вместе с своими паучками. BZM поймали. Сбоку пытается Виспер отцепануть. Синей залетает в него. Вейвформ хочет до конца Пьюра идти. Ой-ой-ой-ой-ой. Даже БКБ плюс Хангер, друзья. А, Хангер не нажимался. Ну, в общем, GG, да. Очень серьезно. Это... Слишком серьезно было от Тундры. Ловлю, Юр. Омника забираешь, что? Не, ну то, что у них необычные пики в миду, это мы, конечно, знали. И вот продолжается. Обалдеть. Дизик тэпается. А, ну там даже Ари выезжает. Но это уже интереснее. Это уже поинтереснее, но он очень плотный. С другой стороны, он без репела убивает его. Топсон, да, занаглел. Ну, а Ломника, конечно, здесь далее. Да, ему нужно желательно побольше контроля в команде. Нападает у нас на Виспер, разлетает Тару. Есть Старшторм, Виспер, еще одна сетка и 2-1. Ну, вот сейчас получается, да, это сейчас в команде... OG. А здесь посимпатичнее есть действие. Они поймали Пьюра. Нажимается гаш и Ревач сверху. Обалдеет. Забирает Пьюра. Приходит Пьюр. Возвращается. Там идущий Топсона убил. Убили они, но здесь убивают Ария. Так, игра начинает заводиться. Это хорошо. Поэтому вперед. Понимает, что умирает. До конца пытается драться, но тычка не достает. BZM с тем киллом Топсона. Это даблкил для BZM-чика. Там иллюзия у нас, да. И BZM нужно идти забирать. Репел. BZM забирает иллюзии. Хорош. Нападение полетело. Но опять же, они без дума. Топсон. Топсон. Да исправляются вполне. Они здесь без дума, да. Но они вполне справляются. Так, там Глимс у нас нажимается. Плюс статик. Но Тима Тоби... У нас разложился. Тимада как раз таки... Надо бы ему помочь своей команде. Да, нужно, чтобы вылетать. Фингрид нажимается, и Сревач сбоку выдается дум прямо на Топсона. Это большие проблемы для Тундры. Это огромные проблемы. Будет минус 2 минимум, что Спиранка догорает также. Минус 3. И дальше. OG пошли. Нападает на Тоби. Тоби начинает фокусить. И Тоби забирает. И это, друзья, минус 4 делают ОГ, брат. Да, он может купить БКБ на основном своем паря, да, но все же ты не купишь его. Тоже проблема. Так, ну врыв, BZM наглеет уже. BZM уже охренел в край, просто умирает Вайтмун. Там нажимается классный статик так-то. На Пьюра нужно глимсануть. И бим. Там, да, был активен ГА. Сейчас на Пьюре и... Что, неужели OG воскресли? Неужели?
прыгают на Н-классы. Есть Гаш, Виспер за ним, Найтмэр бросает, Глимс обратно, Бэйна, и Н-класс тоже умирает. Вау, ОГ, ну что, проснулись что ли? Да неужели? Ну, смотрите. Они в форме, прыгают у нас, Виспер залетает, с якоря нападает на Вайтмуна. Вайтмун... Таверн управляется, приходит Топсон, нападает на Биззиэма, есть финсгрейп. Биззиэм разложился у нас Тоби и падает Биззиэм. Там пошел циклон. Нападает на Виспера, Виспер накрывает. Виспер, но он очень плотный, но постепенно, по чуть-чуть его сейчас можно будет разбить. Да-да-да-да-да, вот так вот сопровождая и пробивают его. Ну и вот, кажется, началось. Теперь так, там у нас нападение. Найнкласс, кидывается Найтмэрчиком. Тимада пошел бить Найнкласс. Найнкласс пытается уйти. Никуда он не уходит. Там сбоку Топсон. В него Гаши вылетают. Топсон бежать. Тоби прячется в кустике. Топсон обратно глимсует. Глимсанули. Залетели. Кинетик поставили. Топсон, Гвардиан Энджел разворачивается. Но магия все равно есть. И... все. Ари пока развлекает, вот даже думал, ого-го, есть ару у него. Ну, Рошан стоит. Ари просто может спасти так-то на самом деле. Да, нажимает, статик ни о чем. Очень плохой статик есть. Ари спасает, нажимается ревач, приходит Тимада. Напомним про наличие Эклипса. Пошел Эклипс, бьет Пьюрчик, собирается, он свою матрешку собрал. А, не умирает, очень красный, но не умирает, выживает, размен 2 в 1 даже. Обалдеть, и... а все почему? Потому что начало статик какой-то непонятный, потом ревач, луна приходит только после ревача сюда уже. То есть, сама структура файта получается очень кривой. Здесь Тоби у нас разложился, то есть сложился обратно и минус Тоби. Ну, они дружат, наверное, знаешь, такое просто как... ну, так подъеб дружеский, да? Здесь залетает... Ставится у нас прекрасная сетка от пюрешки. Пьюр прекрасно. Топсон залетает также вперед. На блинке пошел. Минус 7. Виспер пинает. Красный очень Вайтмун. Там глейвы за ним летят. Смоки. Выживает он. А вот тут Тимада должен оставаться. Это первый раз. БКБ 13 секунд КД. Что? Камбэк начался очередной, да, от них, что ли? Неужели? Там сбирает Вайтмуна. Нашли. Виспера тоже. И Тимада. Боже мой. Но не поджались и продолжают атаковать. Тут Топсон убивает Биззиэма. Но все равно вообще у Джей заходит. Ревач полетел. Будет ли статик? Будет на Топсона. Хорошо. Очень хорошо убивает Топсона. Минус 2. Важный делается. Тут Тоби Эклипс. Там работает на него Глимс. У него кончится уже ультимейт. И Тоги Дум вешается на кого? На Пьюра. Пьюра форстафать. Пытается уйти. Спасается. Тут будет Тимада. Тимада отправляет ставерну. Лопает Тимада. Что будет с Виспером? Виспер, якорь, жить пытается. Виспер умирает. И ничего себе. Тоби вперед бежит на Ари. Клепает Тоби, бросается урна. Инферно Блейд. Ари пока что живет. И пивасик Тоби набрасывает. Залетает Топсон. Раз, два, Ари. Опять пытается уйти. Брейнсап, Найтмэр. И Тундра просто не отпускает. Тундра у нас прожимает телепорты. Заходит на бот, Ари успевает поднять мудрость и сейчас с чистой, да, душой отправляется он здесь в таверну. Спокойно. Отправляется он отдохнуть тут. А на боте, подожди, Тундра продолжает атаку свою, полетел на Кмэр Ару, комбинация пошла, пуфится у нас тут Пьюр. Минус Виспер, серьезно, киллы пошли так, друзья. А Луна без БКБ, она пока что без БКБ еще там 47 секунд так-то. Ой-ой-ой. Ничего себе. Глимс, хорошо, Пьюр, нажимает на него статик, Тоби накидывает урну пока что, Тоби клэпает, у него в КД, кстати, ульта, что он делает? Я не понимаю, что он делает, у него ультимейт, КД 50 секунд еще был. Странно это все. Внутри нужно уйти, там сейчас стоит Дум, там стоит Хантер сейчас. Да, оставляют Найнкласса и просто Тундра отсюда уходит. Изгоняют их отсюда, им тут делать просто нечего, друзья. А что им тут делать сейчас? Там сейчас вас могут накрыть. Вообще, да, у Джи должны пытаться их ловить так-то. Настараться, там на спирт раздает кучу сеточек. И, в общем, нормально тут раздал. Хотя, подожди, его могут догнать. Почему меняется раз... Нет, не отменяется, все нормально. Все нормально, он себя закопал.
А пока что Пьюр пытается его пробить, чем его остановить, друзья, чтобы по ульте ульта же есть, сжать нужно. Ару! Ну, какая же она была своевременная, но все, пуфается Пьюр. Глимс опять! Опять Глимс его! Нет, закопался! Как они его долго били, а? Ты представляешь? Они его так долго били, ну и в итоге... Но нас отсюда уходит. Пьюр, ну остаться здесь? Все ради этого, чтобы вот так умереть сейчас? Серьезно, Пьюр? Ну они же здесь все. Куда ты пошел фармить сейчас так тупо, нагло? Опсик пока что. Получится ли? Итак, увидели Дума. Дума постарался быстро убить, получается. И Топсон нас сажает на Дум. Очень странная инициация. Есть реваж, там и клипс будет сейчас. Пьюр собирается, жмет БКБ свое, да, свеженькое. Спасается, умирает на инкласс пока что. Минус реваж, минус эклипс, но все еще не конец. Пьюр, Глимс обратно, пытается бить его, пытается убить. И Пьюр очень плотный, да, но все равно его можно бить, он вполне убиваемый. Но опять циклон на Луну, Луна летает здесь. Ару пошла опять в Луну. Да что ж такое-то, просто Луну. Красавчик Томми здесь. Конечно же, Виспер, какой урон от Пьюра был сейчас. И это... Минус Виспер. Ари после бая отправляется, наверное, так же здесь, да, я так понимаю? Да. Топсон нажимает телепорт почему-то. Топсон умирает. Больно бьет Тимада. И опять Пьюр там на соплях спасается. Тимада наконец-таки дошел до драки. Да, Тимада очень долго не мог пройти файт. Но видно то, что уже хотят. Итак, есть кинетик. А, пошел, прыгает Пьюр. Ой-ой-ой-ой. Тимада, Пьюру как больно было, ты видел? Обалдеть, реводж полетел, нажимается статик на Пьюра, но Пьюра пока не убивает, там эклипс полетел, начинает бить других героев. Пьюр пытается пуфнуться, упуфывается он отсюда, здесь Тоби лупит его пандочка, опять циклон Тимада. Это было близко в моменте, показалось, сейчас Пьюр умирает, но нет, он не умирает, Тоби сложился обратно, Тоби сейчас отправится в таверну, минус Тоби должен быть, или не будет, будет, Пьюр подставляется, а вот сейчас-то он, похоже, никуда не уйдет, слишком много урона, они без баев, они, друзья, без байбеков, опачки, GG. И опять же, хочу повториться, это дорогого стоит. Летя 2-0 в гранд-финале, забрать одну карту. Это уже серьезно. Так, ну у них же уже есть пак. То есть это, скорее всего, Омник 3 будет, да? Или же это Омник Саппорт, который сейчас... Ну, просто Омник это не Саппорт вообще. И там Бетик или Клох тройкой будет. Здесь Эмбер. Но он тоже, кстати говоря, с котлом стакается. Не, Омник тройка здесь... Опять этот Омник. Были разные Омники, но почему-то Омники все перестали покупать Гарпун. И они какие-то вот неповоротливые, мне кажется. Здесь White Moon на мужика в когих полагается. По старинке, да, по рабоче-крестьянскому забегает и Виспера забирает. У нас меты просто один собирать не будет. Здесь закрывает у нас White Moon. Нажимает коги, хукшот, спасается. На крипа улетает. Я погоди, спасается Лин. Он плотненький такой. Да, он жирненький. У него здесь стиков. Там приходит Тоби уже. Purification нажимается. Поторопился. Возможно, нет. Поторопился. Нормально все. Забирает тут Зема. Нападает на Себа себе без маны. Но чем же его остановить? Вот вопрос. 3-0 у нас уже. За Тундра очень мало у нас, да, убийств. Игра достаточно скудная. На киллы. Но вот заводится игрушка. 4-0. Тундра настроена серьезно. Карту престижа, говорится, отдали, да. И нужно заканчивать уже вот это вот дело. Все поймали, все отправляют ставер. Это, как знаете, есть стратегия такая, что блинку Топсона. У Джибокс, да, первый килл бы вообще сделать. Мы вот как раз заговорили, да, про там карты престижа. Тут бы килл престижа сделать. Но потому что здесь уже шестое убийство от Тундры. Все еще безответно залетает без ЕМ сбоку. Дринку его Топсона. Топсона пока крайне играет, не идет на паке. Сложно ему Виспер. Сбегает сбоку, дает пивасик, у героев плохой пивасик нажимает, разложился, полетел, поэтому неудачный хукшот, а циклончик там какой-нибудь, что... А, и в КД все, все в КД, и кирпич был в КД. Хукшот, пошел, нападает у нас на Вайтмуна. Вайтмун, Вайтмун, он умирает, но это смерть во благо будет.
Да, потому что происходит размен, опять его кошмарят. Он без маны остается, но он смог уйти на последний там ману, да, на последних ресах. Пьюр мом бежать. Пьюр бежит немножко не в ту сторону, Пьюр. Вот так вот, да, вот в это нужно бежать. Где поддержка? Пак у нас, Лобс, помоги ему. Что по Дриму, Дрим в КД все еще. Ну, по всей видимости, Тоби подойдет, поможет ему. А сам Тоби очень красный, Пьюр пока что выживает. Мана бежит за Тоби, там сбоку падает у нас Виспер. Забирает Тоби. И тут Тундра по какую-то делает ахинею. Топсон сажается на Орчит. Это минус Топсон мог бы быть. Но пока он выживает, именно это не по таймингам, но по таймингам получается. Потом он все-таки долетает, да, настигает его. Он пошел сразу в рейдни. Хотя, знаете, мне кажется, что Мидас был бы хорошо для него ранее. Здесь минус Ари, забирает Тари, подставляется Тоби, он без прайма сплита, еще 45 секунд, там свои стойки переставляет он, и залетает нормально так Бзи, умирает очень быстро Тоби, минус Тоби, хорош, минус Снайглаз, ой-ой-ой-ой-ой, OG-то как их встречают, ты посмотри, Сеп еще выживает, сейчас будут поговорить за Топсоном, Топсон блинк, ну ладно, ушел он. Так, там White Moon подставился еще, обалдеть. Ну, пока что пушится. Ракета полетела. Все. Все. Рожка пушится, здесь никто не будет. Залетает колдаун. Полетел. БТМ очень быстро падает. Нападает на Виспера. Минус 2. Легко. Как же складывается. И Тимада тоже умрет. С руки его просто добьют. Ой-ой-ой-ой-ой. Ари улетит. А Сеп остается здесь. Как легко. Да, рискуют они. И вообще они не смогут тайминг классный поймать. Могли бы. Если герои покраснеют сильно здесь. Но покраснели они не сильно, они достаточно живучие. Тут, да, там еще омлить, но вот попадает на White Moon. Есть Dream Coil. Dream Coil шикарный, просто. Dream Coil царский, нужна помощь. Есть лосок, его увезли. Тимада, Тимада больно. Тимада умирает там без ЕМ, на кропалях улетает. Последнюю секунду на Ренанте, Тоби. Ну и Тоби Виспер про шикарный у нас. Ну Тоби бы играл, да, у нас на брюшке. Ну в общем, умирает Виспер, умирает брюшка, самое главное. Умирает еще и без ЕМ. Здесь падает Сеп, Форстав, Глиммер, ТП. И минус Сеп, но вот это уже больше похоже на окончание этой игры сейчас было. Так, Безем ведет Тоби, нападает на него. Там подставляется Сеп. Сеп очень больно. Сеп пытается уйти. Сеп. До свидания. Выкупается в игру. Сеп возвращается. Тимада нас, ну пока он не начинает героя бить. Здесь арба лететь, лететь. Дринка, он Тимад нажимается. Он нажал еще на Безема здесь. Он нажал еще на Безема. Ой-ой-ой-ой-ой. Минус Тимада тут. Разваливаются на части у нас. Да, здесь OG, но... Ну, тут они все посыпали. GG, друзья, да. Прописано GG. Это было ожидаемо. Поздравляем команду Тундра. С проходом на PGL абсолютно бывает заслуженно. Ну и Тундра выглядит, да, той самой командой, которая вот на ступеньку выше, чем команда, которая на квалификации.